Напряжение слева, да. И также в другую сторону. Колени вытягиваются, сгибаются. Да. Бедра прям старайтесь задействовать все, прям по кругу, все уголки вот эти. И корпус точно так же. Также внизу. Наверху. Внизу стараемся колени не задействовать. Работает таз, но без колен. Да, чтобы не так было. Три, четыре. То же самое шаг. Шагаю. Бедро в противоположную сторону. Корпус такой же, какая нога спереди. Пол круга собрала. Другую сторону. Пол круга собрала. Да, вот это пол круга собрала. Пол круга собрала. Еще. Раз, два. Бедро уходит назад. Доходит до левой ноги, собрала. Вес полностью на опоре ноги. Вперед на ноги нет, да? Раз, два. Вот тут нога свободна вообще. Три. Можно даже на полупалец поставить. Левый ступень. И на бедра. Да, мы восьмерку рисуем плоскости, как будто бы по стене. Через верх, вниз. Наверх крыло вниз отпустила. Работая вот этими мышцами спины. И также обратно. Снизу, наверх. Поднимаем. Шесть, семь. Спасибо большое.